100 населенных пунктов в Донецкой области посетят волонтеры мобильных бригад выдачи штаба Рината Ахметова в августе. Более 15 тысяч человек получат продуктовые наборы. Это жители серой зоны и самые незащищенные категории населения. Гуманитарную помощь доставят в населенные пункты, где сложная ситуация и наибольшая потребность в продуктах. Ой, не хочу я балакать за нашу жизнь. Каждый день трясемся. Поселок Кленовое Бахмутского района всего в 15 километрах от неподконтрольного Дебальцева. Даже когда тихо, на улицах здесь немноголюдно. За детей, и за себя, и за все переживаешь. Война нехорошее дело. У кого была возможность, уехали, но многие остались. Большинство пенсионеры. Доходы у всех минимальные. Выжить с каждым днем становится труднее. И уже не мое здоровье, не маю, уже не могу ничего делать на огороде. Надо купить лекарства, на одни капли глазни надо 330 в месяц платить. Это единственный магазин в селе. Продукты здесь есть, но местным они не по карману. Покупают в основном хлеб. Уже к обеду его разбирают. По нынешним ценам вы можете посчитать, возможно, что-нибудь взять или нет? Поддержать жителей Кленового приехали волонтеры гуманитарного штаба Ахметова. С собой привезли несколько сотен взрослых и детских продуктовых наборов. Молочных продуктов здесь нет. Для детей, я считаю, это тоже очень большой минус. Поэтому наши детские наборы здесь очень востребованы. Да и взрослые благодарят за муку, за крупы. В этот же день продуктовую помощь выдавали и в соседней Поросковеевке. Раиса Лачуженко получает набор не впервые и каждый раз открывает пакет прямо на пункте выдачи. Сейчас посмотрим, что тут есть. Сахар, упаковочка, масло, бутылочка. Места на два хватит. Спасибо большое. Ахметову хорошо. Хорошая помощь. И даже пачка соли есть. Гуманитарную помощь Рината Ахметова раздают по обе стороны линии соприкосновения. За все время выдано 9 миллионов наборов, а это более миллиона спасенных жизней. Спасибо Ринату Леонидовичу за помощь, которую он выделяет нашим людям. Я считаю, что это нужно. Помогает один он, молодец. Спасибо ему. Низкий поклон ему за это. Сколько у нас миллионеров, миллиардеры есть, но никто не помогает. Дуже вдячні Ринату Леонидовичу за допомогу. Значит, это турбота за нас. Татьяна Блинова, Оксана Корчма, Александр Шмырев, телеканал «Донбасс».